то, что даже за изобилие, победу в бизнесе и все эти истории отвечает энергия Кали. Это типа просто какая-то секта сделала из нее кровавое, вот эти жертвоприношения. Ну, то есть в неверных руках это просто превратилось в страшилку. А на самом деле энергия Кали, Парвати, Дурги, они помогают вычистить поле, позвоночный столб, всю энергетическую структуру от внутренних так называемых демонов, от внутренних теневых энергий, страхов, сущностей, которые на это все подскакивают. Ну, собственно говоря, если идти через концепцию, что в этом мире все живое, то есть любые эмоции, энергии тоже сущности, тогда еще понятнее. И кристальненько, все как красивенько. И когда это все прочищается, победа или достаток являются уже не случайными, как при помощи Лакшми. Кстати, в самом начале Оджика мне казалось, что фитиль похож на паучка на конце. А так как мы с паучьими этими порчами работали недавно с клиенткой, ощущение, ну, очистка от них, то есть диагностирование их. Ощущение паучка было. Потом это превратилось в голову дракона. А вот здесь, похоже, только что был вариант. Прямо я увидела паука. И потом превратилась опять в голову дракона. С этого началось, этим закончилось. В общем, договорю про Кали в этом аспекте, как и Нарсимху. Вычищаю вот эти вот страшилки и блоки, установки, тяжелое детство и все эти истории. А неуверенность, которую транслировали, допустим, какие-нибудь невротичные родители. А отсутствие базовых вот этих вот уверенности в себе и спокойствия. Все это мешает нам получать стабильный тот же самый доход, стабильную финансовый поток, стабильную победу, стабильную безопасность, стабильное имущество, оно же территории, недвижимость и так далее. Так вот, Кали, прочищая эти энергии, вычищая, ну, назовем их живые энергии страха, сущности, их называли в средневековье, в других культурах, потоки энергии, менеджеры их называют, лайтвокеры или менеджеры энергии, или менеджеры энергии, состояния лайтвокеры, это физики, сейчас New Age, течение психологии разных мастей. Суть в том, что это живые энергии. И прочищая, делая квантовый скачок вибрационный из деструктивных, пугающих или низкочастотных энергий в более высокие энергии высокого порядка, слияния, растворения с миром, или я это называю сознанием единства. Кстати, пламя у меня-то тут синее, но в камере оно теплых тонов. А глазами, если смотреть, как всегда, внизу сине-фиолетовое пламя. Камера мне выдает ее теплыми, хоть и трясь. Даже и намека на синего не дает, значит, так надо. А здесь, если глазами смотреть, пламя и лиловое, и синее, и голубое. Оно такое больше радужное. Все оттенки. Пламя не выдает, и даже есть зеленоватый. Не буду я вмешиваться в этот процесс. Не знаю, почему. Сейчас попробую переместить. Есть. Не, все равно выдает его желтый. Значит, так должно быть.
Я и в прошлые разы танзанитовое пламя едва там, оно не индиго цвета, а мне такой едва лиловый выдавало. Не хочет фиксировать эти синие огни. Так вот, но синие низы, это, кстати, в другой парадигме, в сознании единства, мы называем это в многомерной чакральной системе, это нижняя чакра, заземление на кристальные неоновые решетки планеты, электромагнитные, магнитно-гравитационные их называют еще, на решетке планеты сознания единства, на другую частоту. Мы с дуальности делаем квантовый скачок, а в многомерности вот наши чакры, так называемые тибетские, вот сейчас зеленое пламя. Потому что разных чакральных систем много, просто очень популярна тибетская, потому что она максимально связана с телом и с нашими химическими лабораториями, реакциями, органами чувств и всем остальным, поэтому так как она максимально приближена к телу, она понятна и доступна всем на разных уровнях, даже на бытовом. Поэтому вот если брать эту чакральную систему и смотреть осознанно, еще один какой-то гарпия какая-то сидит, и смотреть осознанно в эти центры, воронки или просто центры в столбе, иногда просто видят кристалл без всяких уже центров, то цвета там, где привыкли видеть красные, уже не красные. Допустим, обычно сине-лиловые, индиговые. О, был только что смена цвета. Не буду подсказывать, лучше, чтобы каждый сам посмотрел. Но это в определенном сознании, когда вы сливаетесь, допустим, с деревом, с комаром, с солнцем, со всем вместе, что все продолжение вашего тела, вас или вас как потока, вашего сознания, когда нету разделения, есть я, есть другие, есть я, есть Бог, есть я и Вселенная, все вместе, когда. В сакральной чакре там другие оттенки тоже появляются. Может быть, я отдельно еще раз, есть у меня видео с этими перечислениями цветов. И не хочу портить кайф тем, кто пробует сейчас это увидеть. Также в солнечном сплетении во всех чакрах совершенно другие цвета. Они, в принципе, даже если включать потом логику, интересно, как они соответствуют. Мне мой самый любимый пример в дуальной системе. А когда мы чакры смотрим в дуальном сознании, сердце, сердечная анахата, она зеленая, а вот высшее сердце уже изумрудное, бирюзовое. А моя любимая и базовая техника, можно сказать, или базовое состояние — думать сердцем, чувствовать умом. Так вот, когда ты смещаешься в сознании, то как раз вот то место, которое отвечает за слияние с миром, считывание, интуицию, третий глаз, они становятся не ментальным синим, а зеленым. То есть действительно у меня есть упражнение, в котором мы смещаем ум, а смещаем в анахату, а чувствование туда, вверх, в голову. И вот оно просто как иллюстрация. Как раз в голове зеленый цвет этот и появляется. А тот, что был высшим, на новом скачке квантовом, становится базовым, синим. Потому что в дуальной чакре синий — это третий глаз, слияние с так называемым космосом, интуиция, считывание. То есть вот в дуальной парадигме, где есть я, есть они, есть я, есть Бог, есть я, есть еще что-нибудь вовне. Есть я и есть мое тело, есть я и мое сознание, есть я и там высшие аспекты, или низшие, или средние, или еще какие-то. А вот в сознании единства все уже слито, и тогда вот это базовое. В дуальности вот прийти к этому слиянию,
можно через долгие там практики или спонтанно, но вот в этом центре, в третьем глазе, там, где такой портал для людей, не привыкших бегать по вселенным и по разным мирам и реальностям, частотностям, это такой портал в многомерности, в космос. А вот в многомерной чакральной системе это уже базовая энергия, на которой мы стоим, которая дает реализацию базовых потребностей, удовлетворение их. Еще из этих наблюдений, прошу прощения, у меня тут куча звуков появилась. Не из этих наблюдений меня сбили, хотела что-то договорить про сознание единства и базовые потребности. Забыла. Вывалилась из контекста. Что-то хотела сказать про есть я, есть мы. Просто зашли люди и сбили меня. Про когда вот начинаешь с этим всем играть, побывать в каждой клетке, познакомиться со своим телом, как с биологической машиной, побывать в каждом участке своего тела, через какое-то время, там буквально через, может быть, полмесяца, меня начала каждая клетка выводить, ну, я начала там с пальцев ног. В юности. И меня начала выводить каждая клетка в космос, в галактике, в какие-то звездные системы. То есть, куда ни зайдешь, это все было как дырявое. Но мы же, наш материальный мир, он в принципе состоит не из материи, а из промежутков между частицами и силовых полей. Вот меня в это все и выталкивало. Частичка материи маленькая, все остальное, вот эти пространства и память о звездных путешествиях, о постоянном там в каком-то полете сквозь пространство и время со скоростью света и разными вспышками с этих сверхновых. Вот такие какие-то ощущения были. Создание каких-то галактик, все эти химические атомарные реакции. Очень интересные ощущения, но куда ни зайди, в какой участок тела, все было третьим глазом и выносило в космос. И я привыкла к такому состоянию, когда ты понимаешь, что даже твой носитель в материальном мире, то есть разумное тело, оно тоже является твоим телом звездного странника, по большому счету, проходом, порталом во все миры, в многомерность. А пламя победы у нас и не собирает затухать. Оно красивое, разноцветное, просто не видно. Тут и зеленые цвета, и синие. И золотые, и немного рубинового есть. Такое ровное, не прозрачное, как бывает, более такое туманное, но пламя победы. Не знаю, наверное, если памяти хватит, досмотрим до конца. Тут правда шуму много разных лишних. Пусть в низах вот в этих, тут еще листья тополя догорают, пусть выгорают все страхи и неуверенности, и это не позволение себе победить. Пусть излишняя ярость тоже уходит, она тоже не помощник для победы. Отвлекающие там обиды, ярость, злость, незакрытые гештальты. Сейчас, в принципе, будут свечи, связанные с отжигом. Я прошу прощения, мне просто сообщения приходят тут на экранчик. Я дала нескольким людям новые упражнения, которые, в принципе, мощная чистка. И потом набор энергии хороший. Ну, меня очень взбодрило. Но я, правда, час делала. Я сделала себе, потом делала другим и записала это на видео. И все, кто у меня это прошел, вначале чувствуют пару секунд бабочек такое, ну,
яркой вспышки, кто в какой чакре. Хотя это воронки по всему телу и полю. Потом все засыпают, а я так настойчиво и уверенно людям на работе говорю: на, потому что меня это взбодрило, возьми, ты на работе, это хорошо, попробуй. Тебе сейчас это очень поможет на работе, это будет самое то. И уже третий человек пишет, что его размазало. Они поздно все написали, я бы уже не давала следующему. Но это, конечно, персональные, личные, уникальные реакции. Это значит, что было очень много напряжения, и телу надо было перезарядка, потому что там просто золотые воронки, которые все вычищают. Ну, может, еще от того, что я крутила и, то есть, вибрировала телом, пока это все делала час. У меня очень яркий заряд был бодрости, счастья. Мне надо было себя поднять после очень сложной эмоциональной штуки. Потеряли кошечку, сердечницу. И такое между чувством вины и чувством потери надо было, а работать надо дальше. Поэтому пришлось себя вот так вот поднять из этого, из прострации. Возвращаюсь в состояние. Сейчас, в принципе, эта свеча должна была бы быть в конце, но я не знаю, почему я ее решила сделать первой и сразу же отжечь. Ну, то есть, точнее, знаю, я услышала информацию, надо было быстро среагировать. Но, походу, сегодня и завтра. Завтра будет чистка от всяких подкладов, подарочков, просто предметов, внесенных в дом деструктивными людьми, завидующими или еще какими-то. То есть это, извиняюсь, я читаю. То есть что-то, что испортило поле или внесло какую-то лишнюю информацию, которая исподволь или очень плотно влияет на человека, разрушает, несет разрушительную энергию в здоровье, в ситуации, в атмосферу, вообще в конфигурации энергетические пространства. А бывают такие тайные вложенные программы, бывают эти средневековые привороты, отвороты, всякая такая ерунда. Но это тоже программы энергетические. Бывают так называемые крадники, зеркальные такие программы, просто разрушающие. Бывают просто такой каналы воровства. Их так много, я как-то хотела все выписать, то, что нашла, и просто перечислить, чтобы, ну, впечатлились. Так вот, вот эти вот все штуки и эмоциональные привязки к прошлому, к былому, война их все обнуляет у всех, только самый упоротый держится за свою жизнь, которая была до войны. Ну, то есть, когда все пространство и все общество изменилось, и сама планета изменилась, и все события, и социальные движения, все изменилось, остаться на позициях до 24 февраля – это такой особый дар, я так думаю. Вот. Короче, война как гигантская фигура приходит как раз к самым упоротым, кто не хотел меняться, ну, к тем, кто по дьяволу на чем-то завис так слишком. Или повешенным был. Так вот, и надо было переосмысление. Приходит башня. Я к чему это все рассказываю? Для победы вот это все тоже надо выжечь. Вот эти старые устои, все, что мешало пойти в новое, необычное, а все, что мешало быть независимым от кого-то и пойти в новое. И сейчас я вот это все догорит, я буду загружать и буду делать. Я себе выписала прямо, чтобы не забыть. Привязки почакрально, будет несколько свечей, кокон будет чиститься. А где у меня эта запись? Я бы как раз здесь ее и прочитала. Что-то я так себе в потоке написала, чтобы не забыть, когда готовилась делать свечу. Получается, сделала первую свечу победы. Да, вот у меня по заказу будут личные свечи. Я решила сделать отдельно одну общую от сексуальных привязок. Ну, вот эти вот средневековые поглощения воли, эти все
привороты, вот эта вот вся история. Но полезно всем посмотреть в том плане, что все эти воздействия, они все равно идут через нижние чакры и подбивают наш финансовый канал. То есть сделано это специально или не специально. Какие-то там просто кармические, некармические, незаконченные гештальты, что угодно может происходить. И если с вами кто-то там связан из прошлого, он просто ворует вашу энергию. Базовую энергию материального мира на нижних чакрах. Если специально подбивают, даже иногда вот эти так называемые привороты делают какие-нибудь коммерческие товарищи, потому что это все равно подбивает сексуальную чакру и канал приема финансового изобилия в жизни, вообще изобилия, плодотворность, плодовитость. То есть это не всегда про то, чтобы что-то там с вами делать и как-то вас привязать на чувственной сфере. Вот, поэтому я такую хочу сделать не только нескольким клиентам, но и всем. Мы почистимся, очень полезно. У каждого есть прошлое, которое надо отсечь и собрать всю энергию снова воедино. Это можно делать в практиках, а можно еще и с огнем. И, может быть, даже я и проведу несколько практик. Собрать себя воедино и не питать какие-то иллюзии, прошлое, ошибки свои, разочарования там. Прошлое — это прошлое. Открылись глаза, там, увидели, как это выглядит, или сменилось восприятие, поняли, как сейчас для вас это выглядит. Просто это надо отпустить. Отпускание — это такая утекающая энергия. Когда мы что-то отпускаем, оно отпускает нас, а энергия к нам возвращается для наших побед. Так, потом привязки от прошлого всякого. Это могут быть ситуации, события. Кстати, вот я буду делать мужчинам от сексуальных привязок. И там будет фокус на либидо и на отношения с матерью. Привязки к этому детству, отношению с матерью, историям болезненным или неболезненным с матерью тоже надо будет отпустить. Надо иметь эту связь трезвую, на трезвую голову, с осознанием взрослого человека. Вот, а не маленького ребенка. Но то же самое можно повернуть в сторону, если женщины смотрят связи с отцом. Ну, будут отжигаться привязки к каналам ресурсов наших, вот этим нижним чакрам, именно материальные, когда человек осознанно или неосознанно, но пытается воспользоваться твоим ресурсом, а ресурсом может быть все что угодно. От реально сексуальной энергии, ее тоже могут откачивать, до, ну, сексуальной, эмоциональной, до ваших связей, денег финансовых, там, счетов, или просто знакомства, связи, знания, данные, репутационные какие-то вещи, все что угодно. Ну, на языке практика это называется кратники, как минимум. И я еще собираюсь, это будут крученые свечи, я хочу еще сварить свечи с лозой и стружкой, цветами павловни для ускорения этого процесса. И сварить свечи от привязок. Такая вот она, прям я ее увидела. Какая-то будет шикарная свеча по энергетике. Помимо крученых свечей с разными вот этими видами привязок, я хочу сварить и сделать на ней отливку. И потом это будет такая многослойная свеча, которая запечатает эту всю штуку, чистоту нашего поля. Чтобы мы вот к таким победам нашим шли чистенькими, красивенькими и в полном ресурсе. И чтобы истина побеждала, чтобы побеждала, как ни банально, добро, чистое открытое сердце, чистое открытое намерение, ценность жизни, чтобы побеждала, ценность своего ресурса, умение его добывать. Ну, в общем, и в этой свече тоже было вложено намерение на победу тех, кто не присасывается к чужим ресурсам,
а кто идет на своей энергии и поднимает свои ресурсы для достижения желаемого, то есть кто эволюционирует. Потому что все эти присоски — это деграданты, но можно сказать жалкие существа, можно их даже не жалеть, хотя жалость — это не хорошая энергия, это скорее оскорбительная энергия. То есть, ну, кстати, от слова жалить, ну, унизительная энергия, поэтому говорят, человек жалкий. Походу, те, кто имеют руки и ноги и при этом пытаются присосаться к чужому ресурсу и ленятся пользоваться своим ресурсом, ну, это жалко, это убого. И вот от них мы будем избавляться. И пусть победят в тех битвах, для которых была эта свеча, сильные духом, красивые люди, которые за правое дело идут, которые мотивированы, которые четко знают, что добро всегда более высокочастотно, чем низший астрал, так называемое зло или тьма, и что свет всегда побеждает не потому, что это добрая сказка, а потому что, когда в темную комнату вливается яркий солнечный свет или еще какой-нибудь свет, все тени пропадают. Если мы возьмем пустую комнату, в которой не было света, и добавим туда свет, то никаких черных кошек и теней там больше нет. Свет растворяет тьму, скорее всего, даже не растворяет, а наполняет тьму собой, заполняет пространство. Поэтому добро и свет всегда побеждают темные, алчные мысли, намерения и действия. То есть тьму или тенюшки, или агрессию агрессоров на всех уровнях. И это действительно что-то там еще догорает. Самые потаенные давние детские, с других жизней, страхи и фобии, о которых мы вообще понятия не знаем, уходят вместе с этим огоньком, дожигаются до конца. И самые любимые наши страхи, боли, за которые мы цепляемся и отщелкиваем себя от них, что вот я и это прошел, и это, определяем себя ими и любим потрогать эти ранки, тоже уходят. Ой, тут получилось какое-то лицо, как у этих, забыла, как этого художника зовут, который карикатуры рисует с котами. В общем, какое-то такое низкочастотное лицо. Все сгорело, сделано.